Мы прибыли в Сингапур, 3.5 часа полета из Калибо, и мы уже идем по ковровым дорожкам, по ковровому покрытию в самом аэропорте. Он, походу, огромный. А куда нам, думаешь? Туда, да? Вот arrival. Please keep left. Так, Тихону нравятся такие горизонтальные эскалаторы. Они повсюду, будем двигаться. О, Тихон предлагает идти. Вот, стоять. Ку-ку. Мы едем вдоль залов ожидания и посадочных ворот. Везде ковры. Сколько мы уже тут проехали? Метров 200, наверное, все. Ковры, 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 ковры. Короче, не поскупились сингапурцы на ковры. А что нам на Wi-Fi найти? Wi-Fi. Как найти Wi-Fi? Для того, чтобы подключиться на 3 часа к Wi-Fi, необходимо отсканировать свой паспорт на специальной стойке и получите безлимитный доступ. У нас 4 паспорта, мы можем сидеть 12 часов. Халява! Ребята устроили соревнование, кто быстрее от одного траволатора до другого. Но по ковровым дорожкам можно побегать, если что, мягко падает, да, Кирилл? Да, Тихон? Да. Гигантский аэропорт с кучей красоты. Вот такие тут водопадики. Спускаемся для прохождения пограничного контроля и видим огромные очереди. Пойдем, да, попробуем через как их, дипломатов, дипломатический коридор. Надеюсь, нам повезет, а нам повезет. Очереди примерно как в Дубае, такие же огромные в Куала-Лумпуре. Попробуем туда напрямую рвануть. Специальный коридор выделен не дипломатический, а как раз вот для пассажиров с детьми, беременных, инвалидов. Отдельный коридор для прохождения таможни. Сейчас пойдем подавать паспорта. Пойдем вперед. Прошли таможню, никаких лишних вопросов не было. Спросили только билеты в третью страну. Через 96 часов мы должны покинуть Сингапур, не имея при этом специальной визы, так называемая только транзитная виза. Сейчас мы возьмем тележки и будем ждать наш багаж. Получим и отправляемся в отель. Я рад, что так все успешно получилось, поэтому едем дальше. Нам повезло, мы сразу получили наш багаж, осталось найти коляску. Она, наверное, где-то вот там должна быть. В общем, есть специальное табло, на которых написано номер линии багажа выдачи. Вы смотрите номер своего рейса и смотрите номер линии багажа. Также дублируются вот такими вот вывесками на таких табло тоже номера рейсов для получения багажа. А вон наши коляски. Так, идем получать. Они отдельно выдаются как негабаритный груз. То есть, если основной багаж идет у нас на ленте, да, то коляски вот сюда привозят, вот сюда в окошечко выдают такое. Odd size, это называется негабаритный груз. То есть коляски, велосипеды, всякие каяки, лодки и прочее, все это здесь. И вот наша любимая колясочка. Придумал так вот кататься на тележке. Своей колясочки у него нет детской, поэтому приходится на грузовой багажной коляске в аэропортах умудряться. Да, нравится тебе? Да, ребята, да, нравится. В общем, на стойке информации мы подошли, отдали паспорт, нам пробили чек паролем от Wi-Fi, сейчас будем использовать его и заказывать такси. А вот такие вот тарифы по сим-картам у нас идет, значит, предлагают два варианта за $32 на 12 дней и за $50 на 180 дней. В общем, взяли такси, не знаю, видно меня или нет. Очень быстро все приехало, даже по карте там показывают, что где-то далеко машина, по номеру сориентировались, все увидели. Очень тихий, спокойный аэропорт, никакого шума, никакой давки, никакой суеты, в отличие от того же Бангкока. Очень тихо, спокойно, как будто из музея вышел, с таком в умиротворении и с отличным, да, с отличными ощущениями какой-то цивилизации. В общем, все круто. Едем в отель, посмотрим, что ждет нас там. Но завтра нас ждет суперзавтрак.
Что ж, мы добрались до аэропорта. Это просто невероятно. Масштаб. Да, два уровня, если не три, наверное, еще какой-нибудь парковочный есть. Дополнительно много-много-много стоек регистрации. В сингапурском аэропорте целых 4 терминала. Будьте очень внимательны при заказе такси, потому что мы приехали в терминал 3, а наш рейс оказался из терминала 2. Вот. Несмотря на то, что информация в электронном билете была указана на терминал 3, мы теперь перебираемся в соседний терминал. Мы должны проехать на лифте, потом на траволаторах и попадем уже туда, куда нужно. Отличительной особенностью аэропорта Сингапур является то, что вещевой контроль вы проходите непосредственно перед посадкой на самолет у ваших ворот. Это исключает образование огромных очередей в самом аэропорте, а также, если вас вытащили, например, воду на прохождение вещевого контроля, вам не придется покупать ее, да, за бешеные деньги в дьюти-фри, а в самолете вы уже получите свежую. Да и к тому же, в самом Сингапуре очень много вот таких вот пунктов бесплатной питьевой воды. Вы можете подойти не только в самом аэропорте, даже в самом городе. Очень много таких пунктов, где вы можете просто подойти и попить водички. Все это абсолютно бесплатно и сделано исключительно для вашей же безопасности. Для того, чтобы не было обезвоживания и перегрева организма. При перелете в Вьетнам, при регистрации на рейс, нас потребовали показать пригласительное письмо, на основании которого мы получим свою визу по прибытию в аэропорт. Или же нужно было показать уже готовую визу в паспорте, тогда в этом случае никаких вопросов бы к нам не возникло.